инициативе вот любителей волейбола, ребят, которые любят заниматься волейболом, играть в волейбол, они просто попросили нас организовать вот такой турнир среди любительских команд. Здесь у нас играют ребята, которые не заиграны, не играют в высшей лиге. Они просто как любители собираются по интересам различные предприятия, организации, учреждения. Студенческие команды здесь у нас играют. Всего у нас здесь 20 команд. Сетка 2.43, а он там небольшого роста. Он еще нападает, кричит и падает, и убивается. Наша команда образовалась буквально накануне вот этих соревнований. Спонтанно решили как бы просто принять участие. Ребята знакомы где-то, кто-то где-то раньше играли, собрались просто и выставили команду. И на сегодня мало-мало результаты есть. И наша цель — выйти на Кубок Горсовета.